ты воюешь со своим народом, объединившись с Амидой. Ты обесчестил свое наследие, ты наплевал на богов. А теперь ты пришел к Тарун-Матаре просить милости? Нет. Нет. Где была твоя милость, когда ты убивал свой народ? Вы совершали преступления против самих богов. Так что слушай. Сегодня вы сами выбрали для себя смерть. Стой! Хадра. Теперь она Тарун-Матара. За оскорбление богов придется платить кровью. Надо избавиться от лишнего, чтобы идти вперед. Со временем Тарун-Матара поймет это. А ты? Бродячие псы достали. Один чучонок не загрыз. Что там, ушах, Боин?